В жизни всегда знаешь, где посеял, и не знаешь, где пожнешь. Мужчины реализуют себя через других, а женщины через самих себя. В истине можно найти только то, что сам в нее вложишь. Гораздо важнее увидеть жизнь, чем изменить ее, потому что она изменится с того мгновения, как мы ее увидим. Наши страсти – это рабочие, которых природа посылает нам в помощь при возведении здания нашего сознания, или, что все равно, нашего счастья. Быть мудрым значит познавать себя самого. «С правдой уйдешь далеко», — говорит пословица. Совершенно верно. За правду гонят везде, и с ней уйдешь очень далеко. Существует только одно средство заставить женщину замолчать, дать ей наговориться. Всю свою жизнь мы только и делаем, что берем в долг у будущего, чтобы заплатить настоящему. Мне всегда хотелось заглянуть за грань, за предел, побывать там, где никто еще не был. Хотелось понять, что делает человека человеком. Человеку свойственно искать радость, это неназванный биологический инстинкт выживания. Если в семье все хорошо, то можно, наверное, придя домой, забыть о работе. Любовь сильнее всего, святее всего, несказаннее всего. Где нет любви, нет и души. Счастье есть дело судьбы, ума и характера. Каждый ребенок художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Мы не стареем, мы созреваем. Начинающего художника понимают лишь несколько человек, знаменитого еще меньше. У женщины с плохими духами нет будущего. Нужно быть легким, как птица, а не как перышко. Возвысившись, мы должны пытаться и жить. Дипломат-человек, всегда помнящий о дне рождения женщины, но не знающий, сколько ей лет. Счастье компенсирует своей высотой то, чего ему не достает в длину. Мир состоит наполовину из людей, которым есть что сказать, но нет возможности высказаться, и наполовину из тех, кому нечего сказать, но которые постоянно говорят. Опасные мысли те, которые заставляют шевелить мозгами. Судьба неизбежнее, чем случайность. Судьба заключается в характере.
Уничтожить рабство – значит уничтожить рабское сознание. Но нашему обществу без рабского сознания не просуществовать и дня. Если так вот лежать часами в ночи, то мыслями можно уйти очень далеко, в очень странном направлении. Война – это наихудший способ получения знания о чужой культуре. Искусство писать есть умение вычеркивать, искусство жить – умение отбрасывать второстепенное. Очень важно просто не сдаваться. Мой речевой синтезатор говорит с американским акцентом. Я давно понял, что американские и скандинавские акценты лучше всего заводят женщин. Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой: не очень-то. Не смотрите на науку, как на средство к существованию. Не берите пример с ученых, перепутавших науку со своей карьерой. Никогда нельзя быть слишком уверенным в том, что тебя любят. Что тебя любят, несмотря ни на что. Что может пройти еще 5 или 10 лет, и тебя не разлюбят. Простота венчает оба конца шкалы артистизма. Непросвещенный абориген облекает простую идею в бесхитростную форму и творит красоту, а искушенный критик отвергает чрезмерную изощренность и красивость ради чистой подлинности незатейливого искусства. Игроки, не умеющие владеть собой, долго не живут. Одна из главных заповедей любого полководца гласит, что армия должна все время находиться в действии, иначе она начнет разлагаться. Незачем использовать иностранное слово «идеалы». У нас есть свое отличное слово «ложь». Наиболее опасные враги истины и свободы среди нас – это сплоченное большинство, да, проклятое либеральное сплоченное большинство. Душа человека заключается в его делах. Любовь понимает только тот, кто ее испытал. Плох тот советник, который сам не слушает чужих советов. Безделье не отдых. Два человека, избравшие друг друга среди всех прочих людей ради того, чтобы приносить друг другу любовь и поддержку, обязаны проявлять чувство юмора, приветливость, благоразумие, умение прощать, терпение и радушие, должны помнить о том, как хрупка и непрочна жизнь человеческого существа, и уважать друг друга до конца своих дней. Злословие и насмешка – вот что пользуется у публики неизменным спросом. Зачаточным умением каламбурить наделены, в сущности, все, только у обычных людей эти ростки остроумия сдерживаются,
логикой, здравым смыслом, а у человека талантливого они дают пышные всходы. Поскреби любовника, и ты найдешь врага. Отложи на завтра то, чего ты не обязана делать сегодня. О, это так просто быть хорошей с мужчиной, пока ты в него не влюбилась. Разумеется, всегда находятся люди, которые непременно тебя подставят, и все твои планы накроются медным тазом. Как правило, это друзья и любовницы. Улыбайся, пусть даже сердце твое раскалывается. Все мы, как рабы в поле, надеваем маску. Все в порядке, босс, а сами не знаем, как свести концы с концами. Люди живут, не задумываясь. Кажется, что выбор можно отложить на потом. Но наступает момент, когда откладывать больше нельзя. И ты вдруг понимаешь, что выбор уже сделан, а ты даже не заметил. Люди, которые не одобряют вашу жизнь, недостойны вашего внимания. Возраст исчисляется душевными шрамами. Чаще всего мы раним других в то место, куда ранили нас самих. Если у мужчины хорошая жена, он счастливейший из созданий Божьих. А если такой жены нет, мне его жаль. Единственное утешение состоит в том, что он не знает, сколь жалка его жизнь. Люди, исповедующие какую-либо религию и играющие в азартные игры, заслуживают награды за свою веру. Жизнь – суровая штука. Без второго отца не обойтись. На этот случай и существуют крестные отцы.